Давайте. Что это? История болезни? Да. Виктория Сергеевна, не время читать. Колите ему реланиум. Ага. Так. Хорошо. И давайте на всякий случай лидокаин. Да. Не жалейте. Да. Вот так вот. Мы его теряем, доктор, мы его теряем! Вижу. Реанимируем 2 кубика адреналина. Да, конечно. Хорошо. Не помогает! Непрямой массаж сердца. Активней. Вы чего делаете? Больно же! Вы мне так все ребра переломаете! Так, дефибриллятор. Быстрее. 200. Разряд. Больно же! 400. Разряд. Да убери ты эти утюги, ты же меня сожжешься нафиг! У меня просто аллергия на лидокаин! Это в истории болезни было написано! У него отсутствует дыхание. Вентиляция легких. Ага. Парень, мы тебя спасем. Вы же меня так задушите нафиг! У меня просто аллергия на лидокаин. Просто вкалите кетамин. Что же делать? Кетамин! Доктор, ничего не помогает. Может быть, вколоть ему кетамин? Бинго! Молодец! Кали давай! Поздно. Что поздно? Потеряли. Еще не потеряли. Ничего не поздно. Оденьте шапки свои, быстро! Шапки одели! Кали, давай бери свои утюги, хренач меня, ну! Все. Сделали все, что могли. Что вы могли? Что вы сделали? Ничего не поздно! Вставай давай! Ну, давай! О, чудо! Доктор, он очнулся! Очень странно. Суки, я вас по судам затаскаю. Что? А я не знаю, что-то неразборчивое. Вы меня чуть не угробили. У меня же в истории болезни написано. Лидокаин. Говорит что-то лидокаин. Точно. Виктория Сергеевна, да. Операция продолжается. Вкалите ему 2 кубика лидокаина. Ага. Нет! 4 кубика лидокаина, чтобы наверняка. Да вы чё, идиоты, а? У меня просто аллергия на лидокаин. Если вы меня просрете, я буду каждую ночь к вам во сне приходить и читать вам мою историю болезни. Значит так, доктор, на этот раз вы историю болезни прочитаете. Ладно, прочитаю. Эти ваши суеверия. Что за почерк? А, это мой книг. Ну, давай, кабан, рассказывай. А что рассказывать? Рассказывай, как ты додумался чужую хату вставить? Угу. Никакая она не чужая, это моя личная квартира. Чё ты чешешь? Какая твоя личная квартира? Трёшка в центре города? Кабан, твоя квартира вот здесь. Потому что тут ты живешь чаще, чем там. Согласен, конечно. Давай. Вот только квартира реально моя. Пришел я в мою квартиру, открыл моими ключами дверь. Кабан, да что ты втираешь? Соседи видели, как ты 20 минут в замке ковырялся. Да просто не мог подобрать ключ. Да просто тяжело подобрать ключ, когда у тебя его нет. Да. Угу. Не тяжело. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, пацаны, реально моя эта хата. Да. Угу. А что ж тогда в твоей хате делают женские шмотки? Или ты из этих? Заднеприводных. Да сами вы из этих. Народ про вас только так и говорит. Так, ты по делу давай. Женские шмотки что делали? Женские шмотки женщины позабывали после сладостных утех. А, сладостных утех. А что ж тогда в твоей квартире ни одной мужской вещи не обнаружено? Так а что правильному пацану надо? Футболочка, штанишки, носочки да труселя. Все на мне. Кабан, а что ж ты тогда со своей собственной хаты телевизор выносил, а? Перестановку делал. Какую нахрен перестановку?
В подъезде? Мы ж тебя с этим телевизором в подъезде с поличными взяли. Ладно, с телевизором это я, конечно, лоханулся. Но... Ладно, готов сотрудничать со следствием. Вот это другое дело. Пиши. А вы меня срок скостите за чистосердечку? Скостим, Коман, скостим. Только давай все подробно, подробненько, как все было, когда и зачем. Давай. Короче, дело было так. Пиши. Открывай. Сейчас все покажу. Так. Я такой был на улице. Стоять, какая улица? Давай рассказывай с того момента, как ты в хату уже вошел. А, в хату? Да. Зашел я такой в хату и сразу к сейфу. О, так, хорошо. К сейфу. Открыл сейфик. Ну? Ну и сразу оттуда все самое ценное. Ну, там бабки, там документы, ценные бумаги. Так. Вот. И потом захотел в туалет. Пиши, в туалет захотел он. Так. Кабан, ты чего? Вообще уже? А, перехотел я, короче, потом в туалет и пошел сразу в спальню. Так, хорошо, в спальню. Захожу такое в спальню. Так. Ну, там кровать, все дела. И я, естественно, сразу под кровать. Ага. Так, под кровать пиши. А вы заглядывать не будете? Ну? Вот, ну. Заглядываю, значит, я под кровать. Так. А там... А тут ничего нету. Да, вспомнил, там ничего не было. Ага, пиши, ничего не было под кроватью. Ну и ушел я оттуда. Ага. А, нет, сначала можно платочек? Есть у вас? А, о. Платочек. Сначала вытер отпечатки пальцев. Ага. Ну и все. И свалил. О, можешь, если хочешь. Молодец, красавчик. Мы за это тебя точно годик скостим. Да. Спасибо, мужики. Вот сердечная благодарочка. Давайте. Кабан, открывай нас. Выпускай. Хороших выходных вам, мужики. Да каких хороших выходных, Кабан? Мы тебя за это на пожизненное посадим. Не получится. У вас на меня... Ничего нет. А у меня на меня все есть. Кабан! Стой! Давай ключи. Так откуда он? Рожу их! На троих. Дядь Митя, если ты не вспомнишь код от сейфа, мы не сможем провести ЗНО. Там же все задания. Я думаю, думаю. Эх, стукнуть бы тебя сейчас. По голове нельзя, если хотите открыть. Мне как-то стамеска, блин, прилетела, я 3 дня в отключке был. Я тебе гарантирую, если ты не вспомнишь, я тебя отключу на неделю. Мне через 15 минут людям задание надо давать. Так, все, я понял. Надо восстанавливать события. Какие еще события? Ну, как все было в тот день, когда вы попросили мне конверт спрятать. Так восстанавливай, чего ты сидишь сиднем? О, вот это слова. Не мальчика, но женщины директора. Так, как все было? Ну, вспомнил? Вспомнил. Что вспомнил? Код от сейфа? Вспомнил, что я в тот день с физруком был. А? Не прошло и 200 грамм, а первая зацепочка есть. Молодец. Надо звать физрука. Угу. Так я вот этим мизинцем гирю 30 килограмм. Да ты что? Сломал. Кстати, я доску пятерку. Кстати, тоже вот этим мизинцем могу... Ну, хватит уже. Вспомнили? Что вспомнили? Код от сейфа вспомнили? А, ну... Ну, о, вспоминаем, вспоминаем. За код от сейфа. Ой, господи. Эх, дядь Мить, сейчас бы еще 2 по 0,5 пивка бы шлифануть это все. Я тебя сейчас шлифану. Вот я тебя шлифану так, что тебя родная мать не узнает. Вот это ты, Витек, голова! Чё? Ну, действительно ж, 2 пивасика было. Смотри, 0,5, блымц. Шпок, и как заказывали, 2 по 0,5. И, Жека Константиновна, помню про вас, ваш конверт. Он пустой, посмотри еще туда. Эх, дядь Мить, сейчас бы к пивку еще рыбки бы.
О, а вот и рыбонька моя. Вот она. Та-дам! Что это за листок? Дай сюда. Пожалуйста. Дай сюда. Боже. Это же задание. Жирный. Что это такое? Я вас сейчас поубиваю, гады. Витек, вот сейчас бежим сейчас, как можно. Валим, дядь, валим! Гады, что вы наделали? Вам что-то дать? Ага. А что вам дать? А, успокоительное. Сейчас, одну секундочку. Сейчас. Так. Держите секундочку. Ага. Давайте. Еще? Ага. Поняла. Сейчас. Побольше, да? Ага. Лучше? Чуть-чуть. Евгений Михайлович, я припарковалась! Я так поняла, что это ваш инструктор по вождению. Да, Евгений Михайлович, поедемте дальше. Как же вы довели его до такого состояния? Да что, я никак не доводила. Мы просто выехали на встречку. Ну, под КамАЗом мы же проехали. Под КамАЗом? Да, под КамАЗом. А у него в этот момент так быстренько волосы окрасились. Это было так прикольно. Что? Ну, я же не виновата, что с вашей стороны дверь вырвала. Ну, бывает, но вы же целые и невредимы. Я так поняла, что ваши занятия на сегодня закончились. Как? Мне что, дадут права? Круто! Мне кажется, что Евгений Михайлович говорит, что вы не сдали на права, и вам придется прийти на пересдачу. На пересдачу? Ой, спасибо! До свидания! Евгений Михайлович, все успокоительные, что у нас есть, да? Поняла. Господи, бедный. Так, Бережок, я так понимаю, вы по поводу молодежного государственного кредита с пониженным процентом, правильно? Да. Ну, что вы так нервничаете? Может быть, все будет хорошо. Вы справочки принесли? Да. Угу. Пожалуйста. Это справка из ЖЭКа. Это справка об окончании учебы. С места работы. С предыдущих работ. Справка о состоянии семьи. Справка о состоянии здоровья каждого члена семьи. Справка о состоянии здоровья каждого члена члена семьи. Справка о том, что ни один из членов семьи не состоит в другой семье. Пожалуйста, это справка о зарплате. Это справка. Это справка о том, что я отсутствовал на работе, пока собирал эти справки. Это справка от нотариуса, что эта справка настоящая. Это копия лицензии нотариуса, заверенная другим нотариусом. Это сам нотариус. Подтверждаю. Я могу идти? Идите. Это справка о том, что я не брал кредиты ранее. Это страховка. Это справка с места жительства. А это свидетельские показания соседей о том, что я действительно там проживаю. Я надеюсь, вы не принесли справку с анализами мочи? Ха-ха! Пожалуйста! Вот! Все в порядке! А это оригинал! Посмотрите, чистая, как слеза. Я вас прошу, пожалуйста, уберите это. Хорошо, итак, посчитаем ваши справочки. Так, 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 так. Ровно 98. Спокойно. Вот справка о гражданстве, а это справка о том, что родственников за границей я не имею. Прекрасно. Ровно 100.
Отлично, сейчас. Так. Пожалуйста. Как отказано? Почему отказано? По нашей инструкции, если клиент принес столько справок, значит, он сумасшедший. А у вас справочки о том, что вы не сумасшедший, нет? Спокойно. Ознакомьтесь, пожалуйста, вот с этой справочкой. Угу. Здесь справочка о том, что я имею право убивать банковских работников в случае, если они откажут мне в кредите. Стоять! Говорят, с тобой без 100 грамм не разобраться. Сейчас я это проверю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, в рабочее время, да еще и во время поста. Нехорошо. Я причащаться хотел. Я так и понял. Но я не для того, чтобы морали читать, пришел сегодня. Я по делу. Сайлентблоки мне нужно поменять. Вам какие? Американские или отечественные? Сын мой, проверенные от слова «вера», значит, американские ставить нужно. Сколько они стоят? 3001. Окстись! Что за цены у вас от лукавого? Пущай это католики и протестанты ездят на этих американских. А нам подавай православные. Наши ставь. Хорошо. Здрасте. Здрасте. День добрый. Вот, машину купил. Поздравляю. Спасибо. Можно мне диагностику сделать? Конечно, загоняйте, посмотрим. Ага. Не советую вам услугами этого СТО пользоваться. Цены у них дьявольские. Так, батюшка, это ближайшее СТО от рынка. Не нужно вам диагностику делать. Лучше осветить машину, укрепить ее святой водой. И поедете вы, горе не знаете, хоть за 3-9 земель. Батюшка, а вы чего клиентов моих отбиваете, а? Ничего подобного. Никого я не отбиваю. Просто направляю заблудшую душу на путь истинный. Так, подождите. Сколько стоит диагностика? 1500. Ага. А ваши услуги? Все по прейскуранту. Всего лишь 1000. И деньги-то не мне, деньги-то на храм. Ни гвоздя, ни жезла, ни ямы, ни выбоины, ни открытого люка. Спасибо. Благодарю, батюшка. Вот как договаривались, ваши деньги. Не мои это деньги, а на храм это деньги. Ну, на храм. Благодарю. Счастливого пути. Всего доброго. Не стыдно вам, батюшка, заповедь нарушать? Не укради у ближнего своего. Вы зачем у меня клиента увели? Ничего я не крал. Это здоровая конкуренция. Как говорят в Америке, just a business. Кстати, об Америке. Сайлентблоки все-таки ставь американские. А как же католики, православные? Вера, она одна. А как говорится, на Бога надейся, а сайлентблоки ставь проверенные. Так, что еще? И вот эту штуку выбросите, а то она так воняет, что просто фу-фу-фу. Нормально, что пахнет, у нас в машине повисло. Скажите, а вы меня просто так остановили или я что-то нарушила? Нет, не просто так, вы проехали под знак. Ой, простите, вы знаете, у нас это первый раз. Ну, если первый раз, тем более вы в положении, пойдем навстречу, сделаем вам скидочку 500 гривен. Да, и протокол выписывать не будем. Так, на месте решим. О, отлично! И денежка есть, и протокол выписывать не надо. Чего вы плачете? Что случилось? Мне что-то так резко захотелось, чтобы вы выписали мне протокол. Я первый раз такого водителя бачу. Ну вы успокойтесь, мы зараз найдем какое-то другое нарушение, то и выпишем. Конечно. У вас огнетушитель есть? Нет. Вот и отлично. Вот сейчас мы это и запротоколируем. Ага. Да что случилось? У меня нет огнетушителя. Ну, успокойтесь, ну не плачьте. Ну принесу я вам зараз цей огнетушитель.
Все будет хорошо. Вы, главное, не переживайте. Вам волноваться нельзя. Ой, спасибо. Сейчас вам будет большое. У вас и огнетушитель, и все вы будет такой, у вас хорошо. Вы такой хороший, ага. Знаете, вы оба хорошие. Вы меня понимаете. Не то, что мой муж. Вот. Теперь у вас есть огнетушитель. Ага. Да что такое опять? Чего вы плачете? Теперь есть огнетушитель, ну. Значит, вы мне не выпишите протокол. А, ё-моё, капец. Ну, давайте мы вам выпишем протокол за попереднее порушение. Ось, не надо нам гроши, берите. Спасибо. О, все, теперь вы успокоитесь? Да что такое опять, ну? Я в туалет хочу. Ну, давайте, ведите, у нас там на посту есть туалет. Давайте помаленьку выходите. Так, так, вообще-то так. То не туалет, то мой кабинет. Вот вы знаете, вот до 5 месяца такого не было. Вот было все хорошо, а сейчас-то, вот если что-то захочу, то все. Вот просто истерика. Ну, мы все, что вы хотели, сделали. Больше не будет у вас истерики? В туалет же не хочете? Може, за водичкою ще мотнуться? Чи зняти колесо, щоб ви його опять понюхали? Ні. Ну, тоді. Щасливої дороги. До побачення. Спасибо вам, мальчики, большое. Ви такі класні. До свидання. До свидання. До побачення. Бляха-муха. Оце геморрою з цими беременними, як з нашим генералом. Кстати, а ты пузо нашего генерала бачив? Может, он тоже беременный? Я вообще знак бы вбил. Обережно, вагітна за рулем. Ага. Чтоб все знали. Слушай, ты ж в курсах, моя жінка тоже беременна. Сейчас пока 2-й месяц, но скоро 5-й. И что это, вот такая точно самое начнется? Сань, ты мне будешь помогать? Сам заделал, сам и выкручусь. А це ж ти мені контрацептив тоді презерватива не дав. Як не дав? Дав? А, ні, не дав.